Вот и настал долгожданный осенний сезон охоты. Собачки за лето засиделись в вольерах и с радостью отправляются в поиск. Золотые цвета сплошным покрывалом захватывают и наряжают тайгу. Все жители леса начинают усиленную осеннюю суету и подготовку к зиме. Год выдался урожайным, и голодным не останется никто. Тайга усыпана ягодами, орехами, грибами. Вот и мы с собачками отправились за дарами леса. Это была молодая росомаха. Да простят меня промысловики, но добывать я ее не стал. Зверек был совсем молодой, да и к тому же весь облезший. Росомаха спустилась вниз и увела собак очень далеко. Сами девчонки не могли с ней справиться, а дара с ними рядом не было. Он в это время ушел за лосем и был очень далеко. Все чаще встречаются признаки медведя. Это радует. Видно, он тут плясал, веселился. Вот. Ну, небольшой. Небольшой медведь. Похоже, даже медведица с медвежатами. Да, медведица. Медведица с медвежатами. Вот медведица. Тут уже у меня собаки побегали сейчас. След не свежий. Но не сильно большая. Ну, 14-15 лапа. Не очень крупный. Да, пятнашка. Ну, всю ночь шел дождь, всю ночь шел дождь, вот, и след прилива, ну, видать, ночной, потому что вчера этого следа я не видел, вчера его не было. И, кстати, есть и свежий след, как бы, сегодняшний и вчерашний. Ну, да, вот этот свежий след. Ну, собак я пускать не буду, пускай живут, пусть медвежонок растет. Банда, пошли! Не надо его трогать. Тогда пойдем. Ехали. Решили остановиться, грибов посмотреть. Пулька, ты что, тоже ягоду кушаешь? Остановились в том месте, где года два или три назад, я уже не помню. Да, года два, наверное, назад. Мы здесь ночевали. И собаки
начали гонять зайчика. И зайчик нашел защиту у меня. Я спал, он залез ко мне под бок, пригрелся и спал вместе со мной. Куся, ребят, залаяла. Похоже, белочку. Ну, может, и глухаря. Потому что, когда собаки лают зверя, то другие собаки знают и сразу подтягиваются. А если глухарь или белка, то они не бегут даже помогать. Птичка у каждого своя. Глухарь у каждого свой. Ну вот лает, сейчас посмотрим. Идем. А эти вон пуля сжаемые бегут, даже внимания не обращают. О. Дармандар. Вот это вы дали. Куся нашла. Две белки. Две белки на одном дереве, ребят. Подразнились белочки и все. Хватит. Я собачек отозвал. Поэтому идем дальше по дорожке, по этой прикольной. Типичная история с бурундуком. Жайма, я знаю, очень любит бурундуков. Вот ситуация. Хрюкаем, хрюкаем. Ищем и капываем. Ну не зря мы сюда подошли. Зато нашли беленький грибочек. Грибочек, ребят, сказка. В лесу белые грибы — это лучший источник белка, витаминов. О, червячка даже зарезал. Это боровик. Самый ценный у нас гриб. Так вот мы его подрежем. Червячка срежем. И все. И в капюшон. Куся уже одного бурундука съела, видимо, ей мало. Хочет еще одного. Он там где-то спрятался и пищит. Где, непонятно, но где-то там. Одной только Кусе известно. Куся, он там, да? Куся знает, что он там. Но для нас он недосягаем. Гуси там орут. Так что, не зря мы пришли к бурундуку. Нашли белый гриб. Решили выдвигаться домой. Сейчас будем жарить грибочки.
Ягоды ели все собаки, кроме Дара. Вот мне Дара жалко, думаю, попробуем грибов дать. Не знаю, будет он их есть. Нет? Грибы шикарные, очень вкусные. Прямо на сливочном масле с лучком. Даруха, все как ты любишь. А, Кузя, это мой палец. Кузя меня за палец укусила. Зараза такая. Ну ладно, пойду их, ребят, грибами кормить. Так, это Куси. Ну-ка, брысь отсюда. Куся. На, Куси. Я думал, собаки не едят грибы. Мяса нету, будешь грибочки кушать. Ладно, следующий. О, Даруха тоже грибочки распробовал. Я думал, только мне грибочки нравятся. Собакам, оказывается, тоже нравятся. Ну, в общем, ребят, грибочки понравились всем. Даже жаль. Такие дела. Куся опять бомбит белку. Только белка нам не нужна. Идем за глухарем. Может, и медведь попался, ягоды много. Но дело в том, что вчера был ветер сильный. И очень много падало шишки. Поэтому я думаю, что медведь весь в кедраче сейчас находится. Ну, будем надеяться. Пошли, банда! Айда! Белок мы не трогаем, поэтому я собак отзываю. Такие дела. Нет, ребята, будете грибочки кушать. Бурундук вам просто так не дастся. А вот грибов я вам нажарю. Ребят, ну похоже, мы с собачками с голоду не помрем. Мы сейчас пока искали глухариков. Во какое царство нашли. Новичков. Во какой спрятался. Вот еще 4 штучки. Вон один. Вон там еще один. Вот как можно пройти мимо? Никак не могу. Собираю, складываю. Вот такой лес красивый вокруг. Просто красотища. Дорога. Дорога, мечта. Прошел, ребят, километров 12. Еще километра 2 осталось. Ну, пока кроме косачей я ничего не видел. Ну, грибов пособирал. Ягоды вообще много. Прям тьма тьмущая. Ни разу столько ягоды не было. Ну, ребят, дождался, Пашка едет. Сейчас меня подвезут, мне повезло. Шеф, подбрось, плачу по пол. Вон Даруха спит под яром. Вон там дальше же муха с Кусей. Все в песке, все ушлепанные. Чё ж уже? Пуля там где-то дрыхнет.
Банда, айда! Да, айда! Жайма! Куся! Да, место. Жайма! Куся! Там есть. О, ребят, впервые в нашем регионе вижу бобров. О. Я вижу палку. Молодец. Вот дерево сточено бобрами. В нашем регионе это редкость. Если честно, я это первый раз вижу. Я даже удивился. Завал впереди мощнейший, прям вообще мощный, столетний там, если не тысячелетний. Вот, и возле завала живут бобры. Собаки угнали кого-то, не пойму, то ли медведя, то ли лося. Вот, сейчас там кружат, пыхтят, ищут. Ну, не знаю, может, найдут. Пулька выбирает только вкусные ягодки. Не все подряд ест. Но черника, ребят, подмороженная. Это бомба. Вкуснющая. Вообще клево. Ну ладно, надо топать до лодки. Мазила. В лесу красота стоит просто сумасшедшая. Даже никуда ехать неохота. Охота просто разбить стан, сидеть и любоваться. Честное слово. Это уже лодочка наша. И выходим. О, мой обед, ребят. Не думал, не гадал, обед нашел. Ой, как хорошо. О, вот еще. Ху-ху. Кто-кто, я обедом обеспечен. Безумно люблю грибочки. Руха, ты что будешь? Наруха будет глухарика, наверное. Да, кабан? А я буду
грибочки. Моя умничка, блядь. Все будет. Молодец. Так, сейчас, папа. А мы прямо здесь стан сейчас и организуем. Тут солнышко, место хорошее. Место вообще классное. Сейчас мы тут и организуемся. Такие дела. Солнышко вылезло, собачки греются, пулька греется, и жуженька греется. Солнышко вылезло, пулька вся мокрая, пулька мокрая вся. Да, солнышко вылезло. Даруха, Даруша, Мандаруша, куда ты бегал ночью, рассказывай, кого ты потерял? И чё ты весь такой опухший у меня, а, Даруха? Куда ты ночью бегал? Ночью Жайма нашла кого-то. И всю ночь лаяла. И собаки, я не знаю, наверное, 12 в час, наверное, прибежали. Да, Жайма? Во сколько ты прибежала? Ушатанные. Кусь только что-то не видай. Я ночью пытался подъехать на лодке. Думал, получится. Но не смог, они где-то от речки полкилометра лаяли. Непонятно, то ли был лось, то ли медведь. Медведь здесь есть. Он тут шишки бомбит. Сейчас, кстати, съездим до залома. Посмотрим, шишек немножко пособираем. Ну, такие дела. Ладно. Выше по реке нам преграждал путь очень большой залом. Вся река была завалена старыми поросшими мхом бревнами и корягами. Завал как будто специально создала матушка природа. Он наглухо закрывал реку от любопытного человеческого взора, тем самым охраняя ее обитателей и красоты. По берегам росли густые заросли шиповника и черемухи, извивались многочисленные старицы и заболоченные озера. Все это делало реку практически недоступной и труднопроходимой для человека. Но для обитателей реки такой залом был только на пользу. Вот и мы с собачками, оценив размеры и масштабы завала, приняли решение развернуться и поискать удачу ниже по течению. В тот день стояла хорошая погода, и река запомнилась нам своими золотыми красками и причудливыми узорами. Неторопливо мы отправились вниз по течению.
Вскоре я услышал, что дар кого-то работает у истока протоки. Судя по голосу и манере поведения, это был лось. За нашу охотничью жизнь я много раз видел работы дара, ведь он является чемпионом и имеет 3 диплома первой степени по лосю. Одним словом, он профи в этом деле. Но то, что открылось моим глазам, превзошло все работы, что я видел у дара раньше. Это была самая яркая и показательная одиночная работа западносибирской лайки, которую мне удалось заснять. Сколько было таких работ удара, мне неизвестно, но, видимо, немало. Один раз он даже прибежал в избушку со сломанным ребром, которое пробило легкое. Дарка чудом остался жив, но охоту не бросил. Лосихе в итоге полдня пришлось бегать по речке, чтобы скинуть дара со следа. Вернувшись, дар долго еще не понимал, почему я был рядом и не стрелял. После таких случаев дарка обычно обижается на меня и на какое-то время становится закрытым и замкнутым. Он не понимает, что количество разрешений на добычу у нас ограничено, и нам нужен хороший упитанный бычок. А вот спортивная и дрочливая корова пускай бегает себе на здоровье и рожает телят. Место. Вот молодцы. Куся! Куся! Жайма! Сюда место. Сюда место. Все, 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 тут сидим. Все, молодцы. Все, сидим.
На следующий день мы с бандой решили отправиться в бор за белыми грибами. Погода стояла хорошая, и грибов в лесу было достаточно. Наш старый помощник мотособачка Ростин натужно жужжала, но уверенно тащила нас через глубокие лужи и топкие болота. Глубоко в лес нам заезжать не было нужды, грибы росли прямо вдоль лесной дороги. Заодно мы позавтракали переспелой, очень сочной и вкусной брусникой. Грибы росли в основном вдоль дороги, иногда даже прямо на дороге. Стройные и упитанные, молодые хрустящие и трухлявые старые великаны. Но несмотря на изобилие грибов и ягод, из обитателей леса нам попалась только одна молодая белочка. Видимо, медведи предпочитали ягодам орехи и ушли кормиться в кедровые гривы. Но нас это совсем не огорчало, ведь свой кусочек мяса для пропитания мы добыли, и поэтому были целиком увлечены грибами, а в перерывах перекусывали сладкой брусникой. Кусюндра. Маялась с лапой. Ну, вот такая, ребята, у нас сегодня получилась охота. Очень удачная, но тихая. Но, честно, не всегда получается нарваться в нужное место. Как там, в нужное время, в нужном месте оказаться. Поэтому нам сегодня несказанно повезло. Вон сколько боровиков мы набрали. В нашем регионе это ценный гриб. Накосило их, будь здоров. Прям прилично, прилично. Вот, поэтому здорово, что так все получилось. Вот мой стан. Сейчас буду варить костер. Жечь костер. И греть шулю. Так что такие дела.
Банда! Сюда, пуля. Сюда, пуля. Сюда. Сюда место. Сюда. Жайма! Куся! Место! Куся! Куся! Мало добыть дары леса, их еще необходимо сберечь и сохранить. Именно поэтому мы с бандой решили отправиться домой. Но охотничий сезон был в самом разгаре, и меня все чаще посещала мысль собрать новую экспедицию, перетащить лодку через залом и добраться до тех мест, где еще ни разу не бывал. Однако одному мне это было не под силу, и я позвал с собой товарищей. Что в итоге у нас получилось, вы узнаете из второй части, поэтому не пропустите. Обязательно подпишитесь на канал, ведь впереди еще очень много интересного.